Взрослый мужик обидел. Я не верю. Надо было ударить палочкой. Ну ладно, хорошо, тогда иди сюда. Как тебя зовут? Подожди. Меня Алексей. Как тебя зовут? Алексей. Алексей, встань сюда. Ну, конечно, не верю. И мне еще нужен помощник, который мужчина. Зовут, да? Нет, взрослый мужик. Иди, помоги. Значит, я объясняю. Когда я показывал такие фокусы, обычно все так хотят близко подойти к секрету, чтобы попытаться поймать фокусника за руку, да? Ну, так устроен человек. Возьмите меня за руку. Так, здорово. И рукава. Вы тоже. Вот так вот. Это контроль с вашей стороны. Видите, да? Это вы контролируете. Вот. Я попал сюда. Да. Возьмите по одному шарику. Берите. Что вы должны делать? Смотрите. Вы берете шарик и подаете мне сюда в руку. Все, давай, подавайте. Так, следующий. Давай, бери следующий. Так, вот так, да, следующий, да. Вот видите, да, смотрите, как здорово, да? Еще один, да, вот. Смотрите, вот это, конечно, магия. Но в России любят полный контроль, да? Расставьте, да, вы тоже. Нет, ну заботку мне не надо, а вот смотрите, пальцы выставьте и запечатайте мою руку сверху, вот так, и снизу. Снизу, да, вот видите, вот теперь я попался, правильно? Да. Вот, ну как теперь выкрутиться? У меня в кармане есть волшебная магическая помощница. Посмотрите, где ничего нет, видите, да, сейчас одну минуту, я вот так вот. Это пыль волшебная, я по пыли. Видите, вы же контролируете все, правда? Да. Волшебные магические слова. Давайте посмотрим. Раз, два, три. Вы тоже пацаны. Спасибо, садитесь, друг мой.